Верхневолжье стартовала акция «Георгиевская ленточка». В областном центре на воинском мемориале «Смоленское братское захоронение» в честь начала акции состоялось мероприятие с участием представителей общественных объединений, органов власти, школьников, студентов, юноармейцев, курсантов Военно-воздушной академии имени Жукова. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. В Тверской области стартовала акция «Георгиевская ленточка». В ее проведении примут участие все органы власти, предприятия и организации, общественные объединения и молодежь. В Верхневолжье, ровно как и по всей стране, акция проходит 19-й раз. Главным символом акции является лента черно-оранжевого цвета, как один из основных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне. За время проведения акции георгиевская лента стала одним из главных символов единства, мужества и доблести нашего российского народа. 1500 волонтеров нашего региона раздадут более 70 тысяч георгиевских ленточек. Федеральная служба судебных приставов по Тверской области на регулярной основе принимает участие в данном мероприятии «Георгиевская лента». Эти мероприятия важны в первую очередь, наверное, воспитанием духа патриотизма, а также, чтобы люди помнили и знали. Главный слоган акции – «Георгиевская лента. Я помню, я горжусь». На мероприятии работали различные мастер-классы. Волонтеры показывали разные варианты оформления георгиевской ленты. Также у присутствующих была возможность написать благодарственное письмо, которое 9 мая передадут ветеранам Великой Отечественной войны. И обозначить имя своего героя на открытке, повесив ее на дерево памяти. Мы участвуем второй раз уже в этом мероприятии. Я считаю, что они очень важны, особенно в данное время, потому что все такие мероприятия, они патриотические. И все патриотические мероприятия нацелены на сближение и запоминание нашей истории. В Тверской области акция продлится до 9 мая и охватит все муниципальные образования. Волонтеры Победы, активисты молодежных объединений, студенты и школьники будут раздавать георгиевские ленточки на патриотических митингах, торжественных шествиях и просто на улицах городов, рассказывая землякам об истории этого символа.